Проверкой установлено, что более 50 лиц, проживающих на территории района Краснокамского, имеют медицинское противопоказание для управления автотранспортными средствами, а именно состоят на учете у врача-нарколога, как больные алкоголизмом. Управление указанными лицами транспортными средствами создает реальную угрозу для безопасности дорожного движения, для окружающих граждан, может привести к различным последствиям, в том числе и тяжким. В соответствии со статьей 27 Федерального закона о безопасности дорожного движения, основаниями прекращения действия права на управление транспортными средствами является в том числе ухудшение здоровья водителя. Указанные граждане ранее получены данные водительские удостоверения, однако в последующем силу каких-то обстоятельств они именно были признанными лицами больными алкоголизмом. В связи с указанным прокуратурой района в суд направлены 52 исковых заявления о прекращении действия права управления транспортным средством указанными гражданами. Ход и результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры района.